Его карьера началась с фильма «Дороги Анны Ферлинг», где он сыграл роль Одноглазого. В 1978 году поступил во вспомогательную труппу театра-студии на Красной Пресне. На следующий год успешно сдал экзамены в ГИТИС и был зачислен на курс Л. И. Касаткина из Н. Колосова. В 1983 году окончил ГИТИС. Ему на выбор предлагали поехать в Нальчик, Смоленск или Орел, но Михаилу, как коренному москвичу, хотелось остаться в столице. Тогда и возник вариант с театром «Кукол» им. С. В. Образцова. После ухода из театра «Кукол» им. С. В. Образцова вернулся в театр-студию на Красной Пресне. Там играл русского графа Ивана Тургенева в спектакле «Я пришел дать вам волю». Спустя год перешел в театр-студию «Сфера». В 1988 году вошел в труппу театра-студии Олега Табакова. В 1990-е годы снимался в рекламе «Сухих соков» «Инвайт». В 2010 году окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров. Мастерская в Хотиненко, П. Фина, В. Фенченко.